Межрегиональный проект «Беляевские чтения», названный в честь героя Советского Союза, летчика-космонавта Павла Беляева, реализуется в нашей стране с 2011 года, в Сочи с 2016. Это воспитательная работа со школьниками, направленная на то, чтобы они как можно больше знали о летчиках-космонавтах, конструкторах, инженерах, врачах и техниках, о тех, кто открыл дорогу в небо. Брали с них пример и стремились сами получить в дальнейшем интересную профессию, так необходимую нашей стране. В Сочи организаторы «Беляевских чтений» сотрудничают с 9 и 15 гимназиями. Есть возможность и желание расширить рамки проекта. Мы вспоминаем своего детства, что все мальчишки у нас были в кружках авиамоделирования, ракетомоделирования. И это действительно давало свои результаты, потому что страна всегда славилась своими инженерами. И сегодня мы считаем, что этот проект имеет очень хорошую корневую систему, что мы действительно это не просто так, не с потолка взяли, это свойственно для нас. И наши мальчишки, и девочки наши должны постигать основы развития космического пространства и вообще освоение технических видов. Важно вообще, конечно, что поддержать интерес детей к космонавтике. Это одна из самых таких все-таки значимых и интересных тем космонавтика. И это обязательно нужно. И, конечно, в том числе важно Сочи, потому что Сочи является одной из передовых площадок. И успех проведения этого мероприятия на площадке Сочи это открывает перспективу для этого проекта в целом в стране.